Обеспечить проведение честных и прозрачных выборов и защитить избирательные права граждан – одни из приоритетных направлений всей избирательной кампании. Поэтому вовлечение в этот процесс структур, которые призваны защищать права граждан, имеет большое значение. Сегодня в избирательной комиссии Самарской области состоялось подписание протокола о взаимодействии между избиркомом, уполномоченным по правам человека Самарской области и областной общественной палатой. По словам сопредседателя общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Виктора Полянского, подписывая такой документ, стороны тем самым демонстрируют единство целей и задач в избирательном процессе. И это не просто сформировать власть, но и обеспечить защиту прав и интересов избирателей. Это будет содействовать тому, чтобы наши избиратели спокойно в добросовестной ситуации и условиях смогли реализовать свои избирательные права, выразить волю, и на этой основе мы должны получить поддержку тех кандидатов на соответствующие выборные должности, которые будут действовать в интересах всей Самарской области и избирателей в отдельных муниципальных образованиях. Такое документально зафиксированное сотрудничество создает дополнительные гарантии для обеспечения законности и прозрачности всего электорального процесса. По словам председателя избирательной комиссии Самарской области Вадима Михеева, эффективность этого взаимодействия уже была отмечена в прошлых избирательных кампаниях. Только комплексный подход может обеспечить объективность в решении возникающих вопросов. Когда с разных сторон идут разные мнения, разные суждения, мы вот здесь вот вместе, да, вырабатываем то решение, которое в дальнейшем позволит, если было нарушение, вообще избежать таких ситуаций. Поэтому я считаю, что вот это взаимодействие, оно себя показало эффективно, и я думаю, что и на этих выборах мы сможем находить те точки соприкосновения для того, чтобы максимально реализовать и помочь реализовать нашим избирателям свои права. Совместная работа сторон затронет рассмотрение обращений граждан в ходе электорального процесса, в том числе поступающих на горячую линию. Обмен информацией, совместные консультации, круглые столы, а также выработка по итогам всей кампании предложений по совершенствованию избирательного законодательства тоже лягут в основу такого взаимодействия. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.